Выпускной вечер Оленевская детская школа искусств в этом году провела в Доме культуры. Выбранное место обусловлено большим количеством воспитанников, преподавателей и родителей. Музыкальный зал школы к такому объему гостей не готов. Вальса выпускников 2018 года стартовало мероприятие. На сцену вышли, конечно, не все, лишь малая часть, а общее количество ребят, окончивших в этом году школу искусств – 57 человек. В праздничном зале, помимо самих выпускников, их самые близкие люди – родители и, конечно, преподаватели. Все взволнованы, радостны, но вместе с тем и немного печальны. Для учителей это завершение целого периода жизни, который они прожили рядом с ребятами, отдавая им свои знания, опыт и любовь. Для родителей осознание того, что их дети повзрослели, и теперь их ждут другие хлопоты. Для ребят это прощание с детством, с удивительным школьным миром. И нам хочется, чтобы выпускной праздник еще больше сблизил нас, чтобы оставил в душах и сердцах самые светлые, самые радостные, счастливые минуты нашей жизни. Выпускники – гордость каждой школы. А что уж говорить о творческом коллективе. Каждого выпускника зрители могли лицезреть на сцене, куда ребята выходили под объявление ведущей праздника. И вот они – повзрослевшие, серьезные, нарядные. Скромно улыбаются и спокойно смотрят в зал в поисках родных лиц. Им предстоит пережить еще не один волнительный момент за этот вечер. Но волнение это приятное. Дорогие наши выпускники, замечательные наши выпускники, какое счастье, что оно свершилось, и сегодня мы гордимся вами и гордимся тем, что вы здесь. Какая досада от того, что вы выпускаетесь, получив вот эти знания, радуя нас, радуя свои семьи, радуя своих родителей, близких, окружающих, своими успехами, своим творчеством. Поверьте нас, для каждого педагога, который выпускает вот своего ученика в будущее, конечно, в первую очередь это гордость. Ну и, конечно, это маленькая-маленькая частичка, ну, такой маленькой печальки, которая все равно у каждого педагога отражается где-то глубоко-глубоко в душе. Но самое главное, я хочу, чтобы каждый из вас в своем светлом, замечательном будущем, который будет длинным-длинным и большим-большим в вашей жизни, чтобы каждый из вас нашел себя, чтобы он определился, но самое главное, вот идя по этой длинной-длинной дороге, обязательно нес то тепло, те знания, те замечательные качества, которые вам, я думаю, что мы искренне делились всем коллективом и пытались как-то вам это все донести и радовать вас, чтобы вы это могли всегда применить в жизни, чтобы вы всегда могли с гордостью сказать, что вы выпускники Леневской детской школы искусств. Я от всей души вас поздравляю с успешным окончанием нашей школы. Впереди вас ждет очень много новых возможностей, много новых творческих идей, и поэтому я вам желаю всем удачи, вдохновения, везения, и пусть и задуманное обязательно свершится. С праздником всех! Впервые в этом году ребятам, на протяжении 3 лет посещавшим эстетическое отделение, были выданы свидетельства об обучении в Леневской детской школе искусств. Остальные выпускники получили свидетельства об окончании школы. А сейчас разрешите вручить свидетельства ребятам, которые окончили нашу школу, с таким с хорошим, сильным отличием. То есть ребятишки, которые получают сегодня свидетельство вот такого цвета, оно красное у нас. И начать хотелось бы с самой замечательной девочки. Девочка, которая получает 2 красных диплома, 2 красных свидетельства, это Виллер Адалина Александровна. Мы приглашаем ее на сцену. Красный диплом класс фортепиано и красный диплом класс баяна. А также вручаем грамоту Адалине за успешное окончание, активное участие в конкурсно-концертной деятельности Леневской детской школы искусств и благодарственное письмо уважаемой Ларисе Юрьевне и Александру Яковлевичу за достойное воспитание их дочери.
Выпускники один за другим вновь поднимались на сцену, чтобы получить свидетельство о первом своем образовании. И вне зависимости от цвета корочек, красного или синего, каждый выпускник заслужил похвалы. В стенах школы искусств ребята провели немало времени, потратили немало сил и терпения, чтобы приобрести определенное мастерство. В этом году своих выпускников провожает отделение народных инструментов и фортепиано, класс вокального исполнительства, театрального искусства, скрипки, класс фольклорного искусства и отделение общего эстетического образования. Все взлеты и падения детей переживают и родители. На их глазах юные музыканты совершенствовались, становились увереннее и смелее. Мамы и папы прекрасно понимают, что определенные качества, навыки, знания появились у ребят благодаря кропотливой и нелегкой работе преподавателей. Свою признательность педагогам родители имели возможность выразить во всеуслышание. Мы хотим от лица всех родителей выразить благодарность учителям детской музыкальной школы за ваш профессионализм, за душевную щедрость, за внимание и любовь, за преданность своей профессии и к вашим ученикам. Ваше участие и советы всегда были корректны и уместны, и вы привили к нашим детям самое главное – это любовь к искусству. Неизвестно, как сложится их судьба, но любовь к музыке у них останется навсегда, на всю жизнь. Спасибо вам за это, мы вас очень любим. И от лица всех родителей, всех выпускников, дарим вам в вашей школе сертификат на приобретение какой-нибудь электронной продукции, которая вам нужна. Выпускники, какие вы сегодня симпатичные, с улыбкой, настроение отличное. И в этот вечер важный и торжественный, пусть в вашу честь звучат слова приветствия. Зоветесь вы теперь выпускниками. Как жаль сегодня расставаться с вами. Вы выросли, здесь нечего добавить. Лишь с окончанием школы вас поздравить. Вы на виду у нас росли, и на глазах у всех умнели. Вдруг как-то сразу расцвели и незаметно повзрослели. Еще вчера, ученики, вы стали лучшими друзьями. А вот уже, выпускники, любуемся, гордимся вами. А пожелать вам хочется так много. Пусть будет светлым путь, легка дорога. Мы вам желаем вдохновения, поменьше неудач и слез, и чтобы так же, как сегодня, любили музыку всерьез. Что стало дорого вам в школе, пусть будет дорого всегда, и сохранится в ваших душах еще на долгие года. Творческие дети, творческие родители, теплый душевный праздник, наполненный переполняющими душу эмоциями.
Каждый выпускник понимает, что определенный этап в его жизни завершен. Нужно двигаться дальше. Экзамены сданы, свидетельства и дипломы готовы. Но сдавали экзамены не только ребята, но и учителя. Они точно так же переживали, ждали результатов, радовались или огорчались. Дорогие наши преподаватели, примите слова благодарности от всех выпускников за вашу заботу и внимание, высокий профессионализм и преданность своему благородному делу. Вы открывали нам неповторимый мир искусства, умело вели нас по тропинкам любви и доброты. Вы зажигали в наших сердцах огонь любознательности, чтобы ваши ученики смогли раскрыть свои способности и таланты. Низкий вам поклон за ваше трудолюбие, терпение, готовность оказать всяческую поддержку. Желаю вам крепкого здоровья, человеческого счастья, терпения, оптимизма и еще много лет передавать свой опыт и знания ученикам. Мы дарим вам тепло своих сердец и, конечно, цветы. Дорогие выпускники, мы, Ноты, поздравляем вас с успешным окончанием школы искусств и желаем вам быть всегда доброжелательными и добрыми, решительными и креативными, милосердными и милыми. Пусть у вас будет миллион друзей. Фантазируйте, не фальшивьте, берегите честь своей фамилии. Все, всегда ищите соль истины. Никогда не унывайте и в трудную минуту пойте ля-ля-ля. Всегда будьте сильными и красивыми, чтобы вами гордилась наша Сибирь и вся Россия. Молодцы!